Я вас приветствую на нашем YouTube-канале. Меня зовут Евгений, и сегодня я расскажу вам, что из себя представляет резиденция Мане. Этот комплекс, как вы уже догадались, назван в честь великого импрессиониста Клода Мане, и на первом этаже ему посвящена целая картинная галерея. Величие этого дома впечатляет. Высота потолков в холле достигает 7 метров, 3-4 метра высота потолков в квартирах, высота окон 2,5 метра, свободная планировка, 18 этажей, 164 квартиры и 212 машиномест в подземном двухуровневом паркинге, 10 пентхаусов со своими террасами. Ведущий архитектор Аукет Суанки проектировал элитные комплексы в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Стамбуле, а также Трамп Тауэр и крупнейший финансовый центр Мэрил Линч. В доме все должно быть прекрасно. И входная группа, и квартира, и вид. Резиденция Мане – это величие и великолепие во всем. Мы ждем вас. До скорой встречи.